всем, всем, всем и каждому скажу я. Я секретов не держу я. Я ни шкаф и ни музей. Хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Да вот, пытаюсь новую формулу запомнить. Хочешь, помогу? Тяжелый случай. Вот я вчера свою формулу придумала. И что это за формула? Доброту умножить на доброту равно что? Много доброты. Совершенно верно. Видишь, как все просто. А если ее много, так почему бы не поделиться ею с другими? А ты знаешь, где живет доброта? Я думаю, доброта живет в каждом из нас. А я знаю в нашем городе место, где его особенно много. Проект «Хвост трубой» реализуется в гимназии на протяжении многих лет. В рамках этого проекта педагоги, учащиеся и их родители оказывают благотворительную помощь Гродненскому общественному объединению защиты животных «Преданное сердце». Хотите там побывать? Конечно, хотим! Тогда давайте поспешим отправиться с отрядом волонтеров «Добрые сердца» туда, где от нас тоже ждут доброты. Человек собаки друг, человек собаки друг. Это знают все вокруг, это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Итак, дорогие друзья, мы находимся там, где живет настоящее добро. В общественном объединении защиты животных «Преданное сердце» содержится 54 собаки и столько же котов. И если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Валится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Погнали мартышку, держи нам прогресс, направив шарги, как слайм за нами,
помчались вприпрыжку. Мордочка, хвост и четыре ноги, мордочка, хвост и четыре ноги. Порою с пути нам случается сбиться, но даже во тьме, где не видно лески, нам всем навсегда не дадут заблудиться. Мордочка, хвост и четыре ноги, мордочка, хвост и четыре ноги. Пусть чаще свирепые хищники воют, тебе не страшны ни такие враги. Не бойся, мы рядом, тебя успокоят. Мордочка, хвост и четыре ноги, мордочка, хвост и четыре ноги. А если порой тоска тебя гложет, бывает такая тоска, хоть беги, поверь, что никто так тебе не поможет, как мордочка, хвост и четыре ноги, мордочка, хвост и четыре ноги. Немножечко мяса, немножечко кашу, немножко терпения, не будем строги. Матрасик в углу, и вот они наши. Мордочка, хвост и четыре ноги, мордочка, хвост и четыре ноги. Мордочка, хвост и четыре ноги. Вот так, ребята. Вот так, ребята. Настроение у всех было прекрасным. Именно в этот миг ребята стали вспоминать забавные стихи. Как хорошо, что есть на свете такие верные друзья. Они наивные, как дети. Их обижать никак нельзя. Глазки, милая мордашка, щеки плюшевые, нос. Он такой черепашка, мой родной любимый пес. Время незаметно пролетело, настал час расставания, но каждый из нас знал, что обязательно сюда еще вернется. Мы прощаемся со всеми пушистыми друзьями, которые смотрели нам вслед с большой благодарностью. Дорогие друзья, если вы еще не успели сделать доброе дело, то спешите в Гродненское общественное объединение защиты животных «Преданное сердце». Скорее записывайте адрес и раздайте его по секрету всему свету тем, у кого доброе сердце. Улица Асфальтная, дом 3. Доехать можно на автобусе номер 5. Ведь мир держится на добрых людях, не на агрессии и зле. И если доброты не будет, то ничего не будет на земле. Знаешь, Мирослав, о чем я сейчас подумала? Оказывается, если дарить добро другим, то тебе на душе становится тепло и солнечно. Вот тебе солнечно? Я с этим совершенно согласен. Но это большой, большой секрет. А мы прощаемся с вами и передаем слово благодарности всем, кто принимал активное участие в гимназической акции «Хвост трубой».